Сегодня очередная распаковка. Тут, видимо, шапка, а вот в этой посылке там часы. Часы для шахмат. Сейчас сначала с неинтересной начну. И шахматы, часы для турниров. Так, это что? Какие-то странные носки. Честно говоря, я их заказывал, они как бы с подогревом, но я заказывал их несколько дней назад. Я просто не представляю, как они так быстро пришли. Странно. Вот тут посылку дам, они пришли жума. Даже на конверте наказано жум из Монголии. Они довольно быстро пришли даже. Даже не ожидал, что они здесь будут. Ну такая здесь поверхность такая, она, видимо, как-то подогревает. Ну есть что-то такое, конечно. Две пары тут даже. Ладно. В общем, это такая не очень необходимая посылка. Так, ну, прошло несколько дней, я походил в этих носках, что-нибудь сказать. Это действительно носки, которые должны держать тепло. Если видно, вот зимние 35 ламинизированных, держать ноги, теплый длинный носок. Теплоизоляция, волокна ниже носки. Ну, так они перевели. Честно говоря, вот тут вот картинка. Не держат они так тепло, как здесь указано. Трудно сказать. Тут очень хорошие отзывы. Мужу подошло там. Но не держат они. Нет, это что-то другое. Еще посмотрел по заказам. Такого я не нашел. Ну ладно. Ну, главное, вот здесь будут часы. Ссылка на них дам в описании. Заказывал на Алиэкспрессе. Посмотрим, что они из себя представляют. Запакованы очень хорошо, такой коробочки. Угу, здесь открывается сейчас. Вот. Такие миниатюрные. Так, батарейки, судя по всему, там нету. Включить, выключить. Так. Батарейка тут одна. Она у нас пальчиковая. Сейчас посмотрим. Тут у меня лежат батарейки. Я не знаю, заряжены они или нет. Вроде как заряжал. О! Пикнуло. Сейчас мы включим. Так, работает. Да, что-то не совсем знаю, как их настраивать. Кстати, вот здесь вот все написано. Что-то про 3 секунды. Тут, видимо, два раза нажать надо. Ага, вот. Выбираем. Нет. Она сквозная. Допустим, сколько поставить? 5 минут? 4 минуты поставить. Это что? А, тут 2 звука. Сделаем так. Выберем. Для этого персонажа 4. Все. Все, поехали.
Вот, смотрите, время пошло. Переключаю. Это время увеличивается. Время вперед. Я поставил, я не знаю, что это, как это. Ага, тут и мануалка еще есть. О, как удивительно. Здесь русское описание. Сейчас я разберусь. Часы вот эти, они зачетные. Мы уже с ребенком играли. Допустим, запускаем. Вот, время пошло. Включаем. И когда устанавливаете, допустим, 10 минут. И когда выключаете, допустим, вот я выключил. Включил. Вот опять на 10 минут. Сколько, какое количество минут забили, то мне количество минут появляется потом при перегрузке, так сказать, этих часов. Ну, инструкцию есть, так что разобраться может даже ребенок. Единственное, дополнительное время ей не понравилось. Там 3 секунды, ну, включила эту ерунду. Там мне еще посылки пришли, надеюсь, поснимать и выложить через несколько дней. Все, подписывайтесь.